мне задали вопрос: а зачем вообще нужно это духовное и личностное развитие? И, может быть, можно как-то без этого? Личностное развитие помогает нам создать личность, способную максимально эффективно достигать поставленные цели. А духовное развитие позволяет согласовать эти цели со своей душой и со Вселенной. Но недостаточно быть эффективным, потому что можно очень эффективно достигать цели, но достигнув их, понимать, что это не ваше, что вам это не нужно. А как понять, что вам нужно и что ваше? В этом нам помогает духовное развитие. Печально известный Адольф Гитлер был чрезвычайно сильной личностью. Он был очень эффективен. Но его система ценностей была такова, что он творил много зла. Поэтому, чтобы быть не только эффективным, но и счастливым, можно заниматься духовным развитием. Мой ответ на вопрос, заданный в начале этого ролика, таков: можно обходиться и без духовного, и без личностного развития. А нужно это вам или нет, решайте сами.